Доброе утро, мои любимые, мои хорошие. Привет вам из Раковера. А вот и наш завтрак. Мы пришли сюда на шведский стол здесь в гостинице. Чем же нас здесь угощают? Давайте посмотрим. Здесь у нас... Ой, не открывается что-то. Каша, наверное, каша. Я сейчас... Сейчас посмотрим. Такое помещение, как зал. Очень красивый. Называется это Валькетупа. Белая комната. Завтрак здесь с 7 утра до 10 утра. О, маме удалось открыть кашу. Так, здесь у нас булочка, хлеб, клубничное варенье. Что здесь есть? Круассаны, масло, яичный паштет. Помидорчики, огурцы, колбаска разная. Кристина забрала 2 сырочка и 1 йогурт. Даже килечка есть. Сыр есть, колбаски разные, яйца вареные и маленькие маффины. Вот здесь кофе, чай. Ой, этот самый кофемашина. Вот это самое первое. Сливки, молоко. В общем, можете садиться, кушать. Здесь как-то так получилось, что никого сейчас нету. Никого нету. И мы здесь вот сейчас одни. В общем, вот так вот здесь все красиво, симпатично. Спали мы очень хорошо. Мягко. Кристина завтрак. В общем, довольны мы очень, конечно, этим местом. Очень уютно. По-домашнему так все и достаточно приватно. Позавтракали, вышли немножко здесь прогуляться. Господи, что-то я заговариваюсь. После сна и завтрака еще какая-то такая вся. Возьмем с собой блинчики. Кристине обещала в одно кафе бы зайти еще до отъезда сюда в Раковере. На самом деле мы обедали, ужинали в другом месте, а до этого кафе так и не дошли. Тоже было по рекомендации, в Фейсбуке начиталась я. Хвалят, что там есть блины. Ну, он такое относительно дешевое место, бистро. Вчера мы катались вечером на машине, нашли это место. Сейчас пойдем. Ограничители для машины, смотрите, какие. Сейчас пойдем просто с собой возьмем блинчики. Она уже тогда на даче съест их. Потому что сейчас у нас уже времени нету. А почему нету времени? Потому что в 12 часов, во-первых, выезд. Ну, как стандартно во всех гостиницах. И потом, сегодня мы еще не просто на дачу. Что вы думали, мы так прямо отсюда и все? Не, у нас будет теперь следующая точка, остановка. Мы еще сегодня идем в кино. Я вчера по мобильному приложению купила билеты. В кино мы поедем в Кохтлаяю, в Ихве, в парке Кескус. Мы там уже с вами однажды были, когда катались на самокатах Болт. В общем, в это кино идем. И на что-то там про джунгли. Не то путешествие под джунглем, не то движение под джунглем. Я уже забыл. В общем, художественный фильм. Так что сейчас блины, сдадим номер. Еще надо доехать. Вот, на сеанс успеть. Ну, а мы с вами сейчас за блинами. Вот это кафе, бистро. Я его тоже... Кристина, мне кажется, вход отсюда. Я его тоже начиталась, наслушалась вот в этом Фейсбуке. Где здесь вход? То здесь тоже летняя терраса есть. Нет, все-таки там был вход, ты права. Что-то я в какие-то зады двинулась. Ну, здесь такое больше, как это сказать. Судя по фотографиям, что я видела, типа, ну, такая, как столовая, или не знаю. Вот. Ну, можно вроде на вынос и тут посидеть, то здесь все такое относительно недорогое.
Лада кафе, его тоже очень хвалят. Может быть и недорого, но ведь вкусно, правда? Да, ну здесь берете поднос, как в старые добрые времена. В Питере, кстати, очень часто это еще есть такие столовые. Вот, а мы с вами должны здесь взять с собой блины. Здесь есть по 1,80 € фруктовые супы со взбитыми сливками. Желе со взбитыми сливками по 1,80 €. А творог взбитый с малиновым вареньем за 2,30 €. С картофельной салатой по 1,90 €. Бутербродик с эстонской килькой 1,50 €. Так, ну, соки по 90 центов. Вот, и здесь еще такое большое меню. Здесь есть и, как сказать, пайава суп. То есть, ну, комплексные обеды. По 2,50 € селянку, я что-то помню, такое было. А сегодня суп дня, как бы это кислые, что ли, из кислой капусты борщ по 2,40 €. И мясная селянка по 2,90 €. Свинина с сыром по 4,90 €. Это как бы вот такие дневной. А так вообще паста по 5 € со всякими добавками. Гриль мяса по 9 €. Форель на запеченная по 7 €. Вот и должны быть блины. Да, вот блины здесь вам отсвечивать. Сейчас мы закажем, покажем. А вообще, как бы сказать, еда дня, вот она вся от 2,40 € до 4,70 €, и достаточно большой выбор. Вот нам дали такой номерок. Пойдем немножко посидим, потому что время, как сказать, займет это приготовление блинов. Вообще само здание выполнено в таком деревенском стиле, типа этого деревянного дома. Много столиков. Людей, кстати, тоже много. Пользуется популярностью это место, судя по Фейсбуку, и здесь хвалят. Ну вот мы просто подождем, пока нам испекут, и возьмем с собой. По 3 € блины, кстати. Здесь есть и детский уголок, кухонька там, столики, но это совсем для малышей. Доска вроде большая, но Кристина пошла все проверить. Красивые картины, кстати, здесь на этих, на стенах. Очень уютно, я хочу сказать. 6,80 € я заплатила за 2 блина, чек как-то мне пожались и не дали. Кристина пошла исследовать что-то, писать на доске. Соскучился ребенок по очному. По очной школе. Все в дистанционке. А тут, видите ли, мел, доска, как в школе. Вот такие две коробочки. Подписанные моус. Это варенье на эстонском. Сгущенка, видимо, внизу. Чтобы не смешивались эти блины. Две коробочки по блину в каждом. Все. Здесь все то же самое, эти крупные магазины, Сильвер и прочее. И еще я вам не сказала, что в Раквере находится крупнейший мясокомбинат, вот этот, который изготавливает все наши сосиски, колбаски и прочие вкусности, между прочим, великолепного качества. Раквере, этот завод, находится тоже вот здесь. В Раквере мясной завод. Ему уже 120 лет. И еще здесь есть театр. Мы с вами проезжали некое такое розовое здание. Но вот это и был театр, местный театр. Площадь днем. Сегодня погода капельку кажется похуже. Вроде начинает портиться, обещают дожди. Но вот мы опять как-то удачно очень с вами съездили. Что попали на солнышко. Ну, мама тоже должна, конечно, запечатлеться. А как же? Ну и, конечно, у этого желтенького фонтана. Как было не сфотографировать любимую мамочку? Память о Раквере. Красивейший город. Ну, мы покидаем гостеприимный Раквере. Нам все очень понравилось.
прощаемся с Раковой и едем дальше. Едем в кино. Только утром поняла, что отель наш был рядом с их администрацией. Вот эта администрация, Лин Навалицус, администрация города, вот эта вот стеклянная. И какая-то очень интересная машина. Почему-то здесь... Вчера я что-то ее не видела. С чем это связано? Кто тут женится? Право, да, вот так правильно сказать. Господи, хорошо, как красота. Вы знаете, что-то я устала. Я не знаю, или это от впечатлений, или это от вождения, или это вот так вот всего много сразу. Потом от этого от всего отдыхаешь, и вроде опять восстанавливаешься откуда-то охота. А сегодня что-то я так не знаю. Слишком много впечатлений. Знаете, еще что хотели? Может быть, продаются лисички, хочется грибочков. Конечно, в лес надо сходить, но навряд ли мы там что найдем. Там желающих в лесу собирать этих лисичек очень много на даче. Что если бы здесь было, мы бы купили. Ну, поджарить хочется. А вообще-то в лес бы тоже сходить надо было бы. Приехали в Вихве. Здесь прям, знаете, такой что-то ветер сильный. Народу много. Сейчас сходим до кино еще в магазин в Сильвер. Чего-то там нам опять надо. Сама не знаю, чего. Мы сами не знаем, чего. Но сходим, чего-то закупимся перед дачей. Просто время есть. Вот думаю, скиснет что в машине или не скиснет. Может, не скиснет. Вот и тогда в кино. И потом уже домой. Ой, вы знаете, что-то я устала. Обычно здесь мы покупаем в этом киоске всякие овощи, фрукты. Ну вот и спросим у молодого человека, есть ли у него грибочки. Вчера были. Сколько стоили грибочки? Сколько? 12. 12 это лисички, да, за килограмм? Ага. Всего 4 килограмма привезли. А, так мало. Обычно много таких людей куда-то сюда приносят, необходимое место. Только один человек два раза приносил за это время. Сухо. Сухо, да, то есть их и нет. Ага. Черника хорошая, это садовая какая, да? Ну, это не Но та. Она не та, да, надо тут. А лесной нету? А лесной нет. И лесу уже, наверное, тоже уже нету, наверное. Да? А мы что-то даже не ходили еще? Да нет. Есть еще? Это август. Очень много высохло. Высохло много. Там придет, это единичная ягода. Да вы что? Черная смородина, да? Да. Посмотри, какой виноград. Мама, не хочешь ли ты попробовать вот этот виноград? Нет, не хочу. Без косточек, он черный. Не хочешь? Сидит. Сладкий, да, не хочет. Ничего не... Все, капризы, капризы. Слива, ну пойдем. А баклажан у вас нет? Ни баклажанов, ничего. Людей тоже много, здесь тоже нету грибов. Говорит дяденька этот, что сдают, ибо приходит очень мало этой самой... Лисичек. Ага. Лисичек сдают мало, всего 4 килограмма привезли, и он все это сразу распродал все. Ну, вышли, здесь напикали, купили здесь, знаете, все такого, того всего с... третьего. Пикалка сегодня была какая-то дурацкая, ни половину не пикала. Эклеры Кристинина так и не напикала, в общем, она не смогла их купить. Не знаю, что там какие-то испорченные обнуляли, и по-разному было, и все равно, в общем, как. 42 евро 26 центов сегодня счет. Так показывать не буду, потому что здесь уже все на сетках наложено. Ну, у нас все как обычно, знаете, немножко колбаски, немножко хлебушка. Немножко, Кристина, на каких-то десертов, фрукты, овощи, баклажаны были очень красивые. Колбаска, йогурт, там такое. Ничего особенного. А, ароматный кофе взяла, крем-брюле. Вот это единственное, что я хорошо запомнила. А так все, в общем, стандартный набор. Выходили еще на выходе 2,90. Вот такие желтые сливы. Килограмм с лишним. И синие. Синие тоже, ценника нет, тоже вроде 2,90. Но он здесь такой на выходе, как лед.
прилавок со всякими фруктами. Кстати, здесь еще есть сухофрукты. Кристина, подержи корзину. Сухофрукты. Вон чернослив по 12,90. А есть по 7,90. 18,90 грецкий орех, изюм за 5,90. Ну, смотрите, сколько здесь всякого. Фисташки 15,90. Ну, так вроде все. Люди пока еще не массово в этих масках. Но все идет к тому. Закупились и приехали в кино. Мы здесь с вами уже были. Здесь в этом парке Кескусе у нас кинотеатр. Для новеньких подписчиков, кто не видел, вот это кинотеатр в городе Йихви. Такой маленький городок в Эстонии. Большой торговый центр. Городок маленький, а центр большой. 12 тысяч населения, кстати, в городе Йихви. Что-то я вдруг вспомнила. Вот, и, в общем, этот кинотеатр. У нас эти самые билеты на мобильном телефоне. Прикладывается QR-кодом этим все. Здесь сначала надо пройти путь через жуткий попкорн. Ведро такого у Кристины я выкинула на даче. Она сестре подражает, берет все это, ничего не съела в помойку. Кстати, покупаете здесь тоже все сами. Прикладываете штрих-кодом, карточку вставляете, платите. Присутствие человека совершенно нигде уже не требуется. Ну, давайте пробуем сканироваться. «Круиз под джунглям» называется фильм. Вот такой. Афиша такая. Не знаю, что там будет. Кристина очень хотела. Второй зал. Мы с вами, кстати, тот фильм смотрели тоже во втором зале. Ну, все кинотеатры похожи. Здесь я вам ничем вас не удивлю. Может быть, тем, что зал маленький. Потому что городок маленький. Вот. Кристина одна первая. Все. Она очень, кстати, любит трейлеры. Выбирает, все знает. Раз, два, три, четыре, пятый ряд у нас с вами. А, здесь, значит, есть обычные кресла. Давайте покажу, пока тут никого нету. Чтобы меня не смотрели, как на полуумную. Потом вот такие сдвоенные диванчики. Что-то я от него отказалась, от этого диванчика. Пожалуй, в следующий раз сюда. Вот, и здесь на двоих тоже такие кресла. То есть здесь несколько вариантов можно разного. Зал маленький, поэтому диванчики здесь тоже сошли бы. Но люди идут, по сути. Нагруженные попкорном. Сейчас будет весь фильм, будет кто-то чем-то хрустеть. В любой легенде есть доля правды. С берегов Амазонки пришел миф о слезах Луны. Один лепесток цветка древа жизни излечит любую болезнь и снимет любое проклятие. Вышли из кино, вы знаете, это про джунгли эти, а нам понравилось. Так душевненько, даже хотелось прослезиться. Не знаю, я очень довольна. Мне понравилось. Сейчас садимся. И теперь уже едем на дачу. Ехали-ехали, в общем. Я смотрю, что у меня бензина совершенно нет. А вы знаете, что-то я в Олорексе боюсь заправляться. И мы вот я сюда здесь до Муствы доехала и заправилась. У меня бак на 80 литров. Смотрите, сколько мне оставалось. Ровно на 100 заправились. Ну, теперь наконец на дачу. Мы все никак не доедем, представляете? Мои хорошие, приехали. Мы приехали, зачехлила свою ласточку. Что-то я устала. Что-то мы все устали. Пьем наскоро узбагаивающий чай. Ромашку сейчас попьем. И отдыхать. Просто, знаете, даже полежать. Потому что, видимо, дорога тоже как-то это выматывает. Сетки раскидали, колбасу разгрузили, чай попить и немножечко отдыхать. Мы приехали сюда, на дачу. Здесь достаточно пасмурно, хотя немножко вот так вроде проглядывает это солнышко, но дождя, говорят, тут не было. А вот пасмурно как-то и холоднее. Как-то влажно, холодно. В городе было гораздо солнечно, теплее, дождей там нет. Ну, не знаю. Так что мы теперь отдыхать, раз скинули эти самые полотенца, знаете, все эти еще со спа,
колбасу в холодильник, купальники, знаете, замочила. Мы всегда, когда приезжаем со спа, эти купальники замачиваем. Не знаю, как у вас, а я вот эту вот хлорку из купальника вывести не так просто. Она прямо разъедает эти купальники. Вот это кто в спа, да, вот бассейн. Поэтому мы прямо замачиваем в воде на сутки даже. И они у нас там мокнут. Потом стираем и вешаем. Вот. Что я хотела вам сказать. Сил у меня уже, говорит, больше тоже нету. Плечи опять болят от руля и так. Ну, долго, много ездили. Еще пришлось ехать туда заправляться, потому что бак был на нуле совершенно. Вот, сейчас с вами прощаюсь, пойдем отдыхать все. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, не забывайте. Всего вам светлого, доброго, хорошего, хороших впечатлений, хорошего отдыха, солнышко в душе и пока-пока.